красным цветом, если явление природы происходит летом. В этом году традиционный муниципальный конкурс среди котласских дошкольников «Юный эрудит» прошел на базе детского сада номер 19 «Родничок», так как в прошлом году воспитанники именно этого учреждения стали абсолютными победителями. Каждый год победитель выбирает сам тематику этого конкурса. Мы выбрали экологию. И у нас были различные этапы. Это как животный мир, растительный мир, мир живой-неживой природы. Стать участником муниципального конкурса «Юный эрудит» мог не каждый. Отбор строгий по одному талантливому ребенку от детского сада. Я в садике был самый умный и самый быстрый, и в играх всегда побеждал. Я умею читать. А еще я умею красиво рисовать. А чтобы дети могли как следует подготовиться, с тематикой конкурса их познакомили заранее. Я научилась этому различать напольные цветы и те, которые растут на клумбе. Молодец. Я научилась различать и съедобные грибы, и съедобные. Внимание, задание. По сигналу вам необходимо взять фломастер черного цвета. Соедините дерево с плодом, который созревает на этом дереве. Не забудьте поднять руку, когда задание будет выполнено. А какое тебе задание показалось самым интересным из тех, что вам предлагали сегодня? С грибами. Там надо было расставить галочки и крестики, где съедобные, а где нет. Потому что я жду, когда наступит лето, и я хочу идти собирать грибы. Надо было бы определить травоядные, плодоядные или съедобные животные. Там надо было решать про погоду. Ну, какая погода? Осень, зима, весна, лето. Мне это понравилось очень сильно. Мне было немного чего сложного, но все-таки было. Мне все понравилось, потому что к нам приходил Чебурашка и было весело. Ребята справились очень быстро. Всего конкурс занял у нас там 35 минут. Победитель будет у нас один. Мы его выявим вот буквально через несколько минут. Эрудитом этого года стал Михаил Краев. Мальчик много знает про насекомых и уже хорошо умеет читать. Дипломом награждается Краев Михаил, детский сад номер 11, Зеленичка. Дома много коней природы. Благодаря победе Миши в следующем году конкурс «Юный эрудит» организуют и проведут в детском саду «Земляничка».